Петербурге военные врачи из 4 стран выясняют, кто самый лучший в рамках армейских международных игр. Там проходит военно-медицинская эстафета. Она проходит на базе военно-медицинской академии. На первом этапе медики состязались в стрельбе из автоматов и винтовок. Причем мишени нужно было поразить не только стоя, но и с положения лежа. Кроме виртуозного владения оружием, участники должны быстро преодолевать полосу препятствий. Но самое главное – уметь спасать жизни, пусть и условных, раненых на поле боя. Пока лидирует китайские военные, наша команда на третьем месте. Ну, шансы догнать лидера достаточно высоки. Впереди еще много испытаний. Сегодня свое мастерство покажут водители бронированных машин, которым предстоит эвакуировать условных пострадавших.